Полицейские никогда нас не засекут. Демонит отключает у них волшебные приборы. А он уничтожает всю магию? Сейчас проверим. Лови! Посреди сверкающего моря есть остров, который похож на торт. Там живет юный волшебник по имени Джей. Он создал говорящую лисичку и решил отнести ее в школу, чтобы показать друзьям. Кто же знал, что в тот день в класс явятся непрошенные гости и отберут у него маленького зверька? Еще один демонит имеется в школьном музее. Едем туда. А что ты сделаешь, когда мы разбогатеем? Станешь царем джунглей? Ага. Царем раздевалки? Слушай, тебе вредно волноваться? А то у тебя пуговицы от перенапряжения отвалятся.